Привет, 11 июля, вторник. Сегодня хочу сказать в общем. Да, которые психопы в основном меня смотрят. Слушайте, вы не заебались заниматься чужой жизнью, а своей что, совсем нету? У меня каждый шаг моей жизни контролирую. И ждут эти подставные куклы, эти буратины, в Италии называются их буратинами, потому что эти куклы на нитках, да? Эти буратины ждут на остановках, к которым я подхожу, в магазинах, подставные тетки, подставные в автобусах, которые на мне по дороге на пляж, которые знакомятся со мной, постоянно одно и то же, выскакивают со мной на пляже, хотят со мной в компании быть на пляже, значит, отвезти меня в кофе выпить обязательно, потому что кофе будет отравленное. Вот, вы не заебались делать одни и те же вещи и заниматься одной и той же хуйней, другого слова не найдешь, и я уже не надо даже извиняться за это. Десяток лет и более. Вы просто делаете, роете яму себе самим, завтрашнему себе самим. Эти отравления, которые бесконечны, я не могу ничего купить без отравления, я не могу ничего съесть, все вызовы меня на какой-то ужин левый совершенно, неизвестно с кем, неизвестно какой еды, якобы пошли поужинаем, я там на ужин иду. То есть и ужин будет обязательно, естественно, отравлен. Компания самая плохая, какая может быть. Какой-то урод меня приглашает вообще. Да как ты смеешь вообще обращаться ко мне, еще приглашать меня? Не охренел ли ты? Посмотри на себя в зеркало. То есть всяких уродов, которые подставляют, которые знакомят, подставляют они. И которые, если я просто с человеком, потому что я очень дипломатичный человек, была, хватит, наверное, быть уже давно, пора, хватит быть. Вот, и поэтому разговариваю еще с людьми, в общем-то, я на простой ноге со всеми, да. И вот эти, которые знакомятся, потом около меня обязательно начинают в итальянской, да, среде. Один сидит, разговаривает по-русски, понимаете, чтобы я клюнула. Ну, я заговорила, я что-то там у меня в голове проносится, какие-то мысли, какой-то надо спросить у нее что-то там. Меня же, мной же управляют, я уже говорила этим. Вот, что мной управляют, я вещи делаю. Вообще не мои, не от меня, вообще не от меня вещи, которые я делаю. То есть я бы никогда не сделала это. Да, просто идиотки некоторые вещи. Потом думаешь, но на самом деле это же не серьезные абсолютно. Как можно такие серьезный человек делать такие вещи? Вот, ну дурацкие, короче, да, такие. Как, например, стоят на остановке сзади дом такой, да, дверь открыта, ну такие жалюзи какие-то кривые. Я, значит, почему я, представляете, я начала стучаться в эту дверь, вообще не про меня. И мужчина подходит такой доброждушный, уже открывает эту полу, почти открытую дверь, полуоткрытую, да, он ее настежь открывает, и я захожу, мы разговариваем, очень мило разговариваем. Это там один придурок, естественно, который отравил кофе, насыпал туда отравы, угостил меня кофе отравленным. И я как вообще ничего не понимающая, просто-напросто. Да, ребята, да как? Да никогда в жизни я не могла бы войти нормально, повернуться, калитка открыта, дверь была открыта, и зайти и посмотреть, кто там за бомж, что за бомж в этом живет в этом доме, и постучаться, типа того, а позвать, есть кто-то там такой, да? И потом войти к этому же человеку, вообще непонятно кому, в дом и разговаривать с совершенно незнакомым человеком. Ну вообще, да, идиотки. Да никогда в жизни я бы это не сделала. А вот сделала.
А потом подумала, ну это вообще не я, это вообще не мое. Вот, и это обыкновенный псиоп, обыкновенный сталкер, обыкновенное управление мое, абсолютное управление мной. Как меня то же самое, как вызывание меня на балкон, как вызывание выглянуть на балкон, выглянуть с балкона, из соседнего балкона выглядывают псиопы также. И как я выхожу на... У нас такой коридор, наверное, видите, смотрите видики. Два этажа, 18 квартир, маленьких таких, небольших. Все снимают, малосемейки типа того, да. И такой общий коридор такой идет, да, такой как типа балкон длиннющий, пока, из которого все двери в квартиры стоят. Или выхожу на этот тоже, обязательно псиоп выходит, выскакивает тоже, смотрит. Вот, псиоп, вышла ли я. Вот такие контроли. Ребята, это управление. Это управление, обыкновенное управление. Мысли тебе посылаются, и ты идешь и делаешь, и выглядываешь. И я понимаю, что это вызвали меня. А почему я это сделала? Я не знаю, почему я вышла. Как вот сделать так, чтобы не выходить? Как самоконтролировать себя, чтобы не выходить? Вот. Дальше иду по улице. Какой-то мотоциклист на этот бжик. Он сделал пшик. С мотоцикла было пшик такой во все стороны, в мою сторону. Мне завоняло очень бензином. Вот. То есть он пшикнул какой-то отравляющий газ с запахом бензина. Вот, пшик был просто. Вот как раз я подходила, он стоял, пшикнул и свалил, уехал. С машины. Пшик или с машины, или с мотоцикла. А которые ходят 5-10 человек вокруг, которые стреляют постоянно везде. В трибунал я зашла. В трибунал. Никого нет. Вот здесь вот, да, около аулы. Никого нет, один человек стоит, я как раз поднимаюсь, во весь рот такой улыбается, здравствуйте. И тут же он разворачивается, метров он меня толкется и стреляет в меня. Я ему говорю, так и здесь стреляют, и даже здесь стреляют. Он мне подтверждает, да. Естественно, я ему высказала, что я его прокляла сразу, что он будет, что ему придет это все, и... Был проклят трижды этого тварь. А человек красивой наружности, вроде как нормальный внешней наружности, вроде как нормальный. А внутри быть таким уродом. Вот такая нелюдь в округе и в трибунале. И там еще двое сидели, ждали результата моей аудиенции, да, которое заседание. Еще двое сидели. Еще там в трибунале приходят еще люди. И также в трибунал они... А мне в другом трибунале, в другом городе, меня там фотографировали, просто снимали. Вот. Фотографировали, где я сижу перед судьей, с адвокатом. Судьей сижу в этом большом, когда идут разбирательства. И вот тут, и там сбоку меня фотографировали. Вот такая ведет архив, вот такой ведется. И это ваше будущее, псиопы, твари вы. Это ваше будущее. Зачем я? Да не я никто, домохозяйка вообще. Вот так человека контролировать на все, на отравление, на яды эти бесконечные. Бесконечные яды. Второй раз, третий раз покупаю еду, она обязательно будет уже отравлена. Уже будет все отравлено. Съесть ничего нельзя. Все-все потом чешется, потом во всех колется, во всех органах. Это ваше будущее. Это ваше будущее, что жрачки больше нормальной нет. Это ваша химия, это ваше отравление, это ваше, все внешнее ваше абсолютно. Вы ни себе, ни Райму, вы такой ров себе отрыли уже. Вот этими экспериментами над сотнями тысяч людей. А завтра сейчас это уже над всеми идет, потому что уже еды нормальной-то нет.
А завтра-то это вообще больше вашего будущего нет. Это правда, как заметила сегодня одна знакомая, это апокалипсис. Это апокалипсис, это конец времен. Когда предают все, каждый роет яму другому. Я вышла на работу, там страшнейший мобинг, там вообще каждый. И опять же, каждый готов принести тебе кофе отравленное, дать жрачку отравленную, угостить тебя чем-то отравленным, гнобить, просто гнобят на работе, не дают работать, гнобят. Я 2-3 дня работаю, сейчас сезон, можно найти работу, можно работать, потому что зимой вообще не, я годами не могу найти работу. А летом здесь у нас туристический сезон, везде требуется на работу. Но где требуется, там и тут же мобинг, тот же сталкинг, только называется мобингом. И такое же все на работе коллеги готовы также тебя стрелять, себя. Стрелять, гнобить, толкать, пихать, толкать вообще, бить как-то. Как-то задевать, толкать. И тут же она говорит на следующий день там: «Ой, я же там типа того превысила, ты уж извини, я вообще хороший человек, я же за тебя». Она, когда мы с ней вдвоем работаем, да, приготовление делаем, как приходят другие, вот, кто другие люди, все, начинается такая показуха, что она начинает опять. А опять начинается тот же тон командный, тот же сама ни о чем, никто. И тут же командный тон, тут же распоряжение. Они тебе дают команды, ты уже никто, понимаете? Уже о вас рассказали, что вы никто, что вы там, это, не знаю, под экспериментами, наверное, последнее там уже робот, биоробот какой-то, да? То есть, ну, не совсем так, я бы сказала. То есть совсем не так. Управление есть, да. Надо чиститься, надо всегда чиститься. Это заключение. Ребята, добрые люди. Надо, да ничего есть уже нельзя, Господи, ничего есть нельзя. Абсолютно. Так съешь, так. И верить нельзя. И вас включают на эту правдивость. Мы все вот рассказываем все на самом деле, все, что происходит, рассказывают. Каждый момент люди рассказывают. Зачем это рассказывать каждый момент? Столько происходит всего, что мне, блядь, стыдно за то, что они делают это все. Просто стыдоба такая, что творится, как я 20 человек. Говорят, 10 вокруг меня, по-моему, 20 вокруг меня, которые крутятся и которые все делают вообще, вот эти гадости, они получают обратку, получают еще какую обратку. Обратка летит во все концы, это работает, это есть. Но они продолжают делать, ну, в смысле, их много. Этих тварей слишком много, которые просто заперечеркивают свое будущее. Все свое будущее перечеркивают. А прикидывают, они же светлые и пушистые. И эта фраза «я хочу помочь», которая делается просто... Просто они так, такую хуйню творят со словами «я хочу помочь», понимаете? Ребят, важны слова, оказывается. Они прикрывают этими словами что-то, типа того... Он, она, я хочу помочь. Сами же делают совершенно наоборот. Вот так это покрывается. Наверное, это у них работает это так, что они якобы хочу помочь. А, да, еще звучит, когда отравленные мне подарили ящик отравленных фруктов и овощей, да, вот с рынка товарищ, который познал, нос подставленный. ПСИОП, который, ну, ПСИОП, он не ПСИОП, может, разовое поручение, потому что там работает с землей, но готов. Отравился, познакомился. Ой, давай кофе выпьем.